мороз, причем довольно жуткий. Аж вода в пруду покрылась льдом, а по льду пешком ходили утки, злые и голодные притом. Обратился к уткам я, простите, нет у вас ни пищи, ни жилья. Отчего вы, утки, не летите в теплые и дальние края? Оттого мне утки отвечали, что пускай растет там ананас, в том краю умрем мы от печали. Потому что родиной для нас служит именно это, замерзший пруд, 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 крепля. Оборов урчание в желудке, я подумал нежно, ё-моё, вот они простые наши утки, вот оно отечество моё. И пошёл нетвёрдо ставя ногу, даже позабыв её обуть, а луна светила мне дорогу, и звезда указывала путь. Ба-ба-да-ба-да-пам-пам-пам, ба-ба-да-ба-да-пам.